Он был прост и всеобщего простоя. Он был простой, он ждал, когда подадут 220 вольт. Она была проста среди всеобщего простоя. Она была простой, у нее сегодня был выходной. Но когда подались 220 вольт, он понял, что не сможет жить без нее. По крайней мере, трое суток до подключения другого объекта. Он сошел с ума, он увидел, что кабель давно уже умер и долго гниет. И клеммы обезумеют от голода, у ног его подбирают объедки. Он был прост среди всеобщего простоя. Он был простой, он ждал, когда подадут 220 вольт. Она была проста среди всеобщего простоя. Она была простой, у нее сегодня был выходной. Он решил, что он будет огромным, зеленым, распределительным щитом, всегда извергающим мощным потоком столь необходимые 220 вольт, обладателем страшной потенции, бьющим из тысячи медных клемм, говорящим кабелям, стань и буди повелителем магнитных полюсов. Это он бросит к ее ногам на резиновом коврике нестоящим. Когда она оголенной рукой захочет схватить оголенный провод, развернется на тысячу искр всегдашней в своем простое, не сумевшей дождаться, пока наступят 220 вольт. Он был прост среди всеобщего простоя. Он был простой, он ждал, когда подадут 220 вольт. Она была проста среди всеобщего простоя. Она была простой, у нее сегодня был выходной. Он был прост среди всеобщего простоя. Он был прост, он ждал, когда подадут выходной. Он ждал.